Здравствуйте, друзья! Самые опасные технологии. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. А если вы впервые на моем канале, то, пожалуйста, подпишитесь на него и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылка на статью в описании. Автор Джим Рапоза. Суперсовременные технологии предлагают решения для всего на свете. От лечения болезней до очищения окружающей среды. Но при этом сами они тоже несут опасности. Первое. Нанотехнологии. У нанотехнологий есть перспектива стать самыми важными и революционными технологиями в истории человечества. И их спектр применения от излечения недугов до улучшения окружающей среды необычайно широк. Но они также могут стать причиной новых болезней и создавать угрозы экологии. 2. RFID. Что может быть плохого в маленькой простенькой радиометке, помогающей бизнесу управлять поставками? Однако, если кто-то захочет видеть людей в роли поставляемых ресурсов, а управление как тотальный контроль за их передвижением, это может привести к очень печальным последствиям. 3. Искусственный интеллект. Если Голливуд с его Джошуа, Скайнет и Матрицей чему-то нас научил, так это тому, что причиной апокалипсиса станет искусственный интеллект, решивший, что эпоха человечества закончилась. Но чтобы стать опасным, этому интеллекту не обязательно заходить так далеко. Когда ИИ действительно начнет работать, весьма вероятно, люди примутся использовать его там, где гораздо разумнее и безопаснее положиться на человеческую интуицию. 4. Мобильная оплата. Разве не замечательно, что можно расплатиться за покупку, нажав несколько кнопок сотового телефона возле киоска или торгового автомата? Ну а если повернуть иначе и подумать о том, что вы оперируете своими деньгами через отнюдь небезопасное устройство, возможно, подключенное ко многим сетям, безопасность которых тоже не стопроцентна. 5. Цифровые идентификаторы личности. Попытки создать систему цифровой идентификации с одноразовой авторизацией пользователя для всей сети при надежных мерах защиты личной информации и персональных секретов отвечают потаенным мечтам многих пользователей интернета. Но если одна из таких систем получит всеобщее распространение, то по прошествии небольшого времени многие сайты и компании постараются сделать цифровую идентификацию более комфортной, что создаст дыры в безопасности и приведет к массовым кражам персональных данных. 6. WebOS. Знаете, какой кошмар последние годы будет по ночам руководителей Microsoft? Что все переедет в веб, от бизнес-приложений до персональных данных и игр. И уже никого не будет волновать, что за ОС при этом работает. Но хотя превращение веба в операционную среду сулит массу выгод, представьте себе, какая заманчивая мишень появится у злоумышленников, когда все приложения и данные всех компаний и всех пользователей будут находиться в веб-системах, которые благодаря конкуренции неминуемо централизируются. 7. GPS. GPS, конечно, работает на благие цели, но когда служит инструментом для сталкеров? Чем больше средства GPS будут интегрироваться в продукты и средства передвижения, тем легче их будет использовать преступникам или властям стран с тоталитарным режимом. 8. Компьютеризированные автомобили с подключением к сетям. Многие IT-специалисты считают идею использования компьютеров для управления целым рядом критически важных функций автомобиля довольно вредной. Но если вы присоедините те же компьютерные системы к сотовым, Bluetooth или другим потенциально открытым сетям, возможность неправильных действий многократно возрастет. 9. Средства анонимности. Средства анонимности во всем мире являются жизненно важным фактором обеспечения свободы и сохранности личных секретов. Но те же средства могут использоваться преступниками и террористами, желающими остаться незамеченными. 10. Кибернетические импланты. Кибернетические импланты создают перспективы для восстановления утраченного зрения, слуха или подвижности, а технологические прорицатели даже видят в них путь к улучшению человеческого рода. Однако
Эта технология несет и устрашающий потенциал – применение в различных недобрых целях. Например, для создания армий суперсолдат или для контроля властей и работодателей над сознанием людей. Автор – Джим Рапоза. А вы как думаете, какая технология будет самой страшной в будущем? Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.